Так, ребят, всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог наши дети.ру. Сегодня я вам хочу рассказать интересную историю о том, как я долго не могла понять, как вставить в рекламу в Таргете, ВКонтакте и приложение, и картинку. У меня никак не получалось, на меня ругалась сама программа, говорила, что так делать нельзя. Смотрите, что я делала. Я заходила в рекламу. Как я вообще хотела сделать, сейчас я вам покажу. Ну, например, я хотела сделать вот так. Смотрим, да? Видите, здесь текст. Ну, здесь еще короткий попался. Вообще, он там был очень длинный кишка текст. Потом идет вот такая картинка, как вы видите, да? И потом идет приложение. То есть мы щелкаем по кнопочке «Узнать». И попадаем на рассылку. Можем подписаться, да? Я хотела сделать примерно такой же шаблон. Да, вот я набросала шаблон. Ну, вот что я делаю. Универсальная запись, например, да? Создать запись. Здесь ввожу какой-то текст. Потом вставляю картинку, которую я хочу. Ну, например, вот, да? Однотипную. Вот. И, например, хочу вставить сюда приложение. Так, секунду. Ссылочка на приложение. Ну, вот оно. Да, на сендер. Так же самое. Все то же самое. При вас я делаю, да? Вот, бла-бла-бла. Ссылка на приложение. Вот у нас появляется приложение. Я нажимаю «Создать». И оба! Меня выводится вот такое окошко. В рекламных записях с кнопкой не допускается использование вложений. Если я убираю кнопку, делаю «Создать», все нормально, все получается. Но только я делаю кнопку, все никак не получается. Я умоталась искать, почему так. Или либо, когда кнопка есть, убираю вот эту картинку, да, оставляю вот эту с кнопкой. Тоже все можно, по-другому никак. Искала, искала, 10 раз почувствовала себя тупой. Потом поняла, в чем был весь прикол. Сейчас я вам объясню, как это делается. Это делается на самом деле очень просто, но я злилась, пока нашла вариант решения этой проблемы, чтобы вы не тратили время впустую, объясняю. Делаете универсальную запись, делаете создать запись. То же самое. Пишите свой текст, какой угодно. Хоть самый длинный. Затем вы вставляете еще раз фотографию. Вот опять я вставляю фотографию, как я и хочу. И теперь я хочу сделать кнопку. В чем весь прикол? Я еще раз захожу в рассылку, которая мне нужна на рассылку сендер. Вставляю ее. Для тех, кто не знает, саму ссылку можно удалять отсюда. Ее не будет видно. Зато вот это остается. Классно, да? Что я здесь делаю? Кнопку мы удаляем, потому что если у вас будет кнопка, никогда у вас не получится. Не получится создать такую запись. У вас будет выходить вот эта розовая рамочка, что нельзя в запись с кнопкой вставлять приложение. Вы удаляете кнопку. И что мы делаем дальше? Мы делаем другую картинку. Оказывается, что там была вовсе даже не кнопка. Там была просто картинка кнопки. Вот. Можете сделать в своем стиле кнопку. Все, вот это убираем. Вот эта штука у вас превратится в кнопку, когда я нажму «Создать». Так уже сделать можно, потому что саму кнопку вот здесь мы убрали. Кнопку, у вас будет вот эта штука. На самом деле это не кнопка, но она так выглядит. Что получается? А получается у нас примерно вот так. Вот. Кажется, что это кнопка, но нет. Мы щелкаем, попадаем на рассылку. Надеюсь, я вам была полезна. С вами была Громакина Ярославна, блог нашидети.ру. Не мучайтесь со своими запуском рекламных объявлений.
Всем удачи. Пока.